Ну, я хотела бы назвать основные направления развития компании в области биотехнологий. Это пищевая биотехнология, которая, данное направление относится к развитию молочнокислых заквасок как для домашнего, так и для промышленного производства. Это метаболиты и сырье для продуктов функционального питания и БАДов. Биотехнологии для косметики – это микробиологический синтез гиалуроновой кислоты, мы начали разрабатывать. Полисахариды из искусственно выращенных грибов. К экологическому направлению мы относим бактериальные препараты для деструкции нефтяных разливов, продукты для очистки сточных вод и для утилизации бытовых отходов. Сельскохозяйственная биотехнология представлена биопрепаратами для сельскохозяйственных животных и также биопрепаратов бактериальных удобрений, что напрямую связано со здоровьем человека, потому что препараты, которые мы разрабатываем биотехнологические в плане биоудобрений, могут заменить это азотфиксирующие бактерии и фосфатмобилизующие бактерии, которые с успехом могут заменить химические удобрения. Остановлюсь немного на заквасках молочнокислых. На данный момент мы используем как штаммы коллекции всероссийской, также и создаем коллекцию нашу. Мы выделяем штаммы, исследуем их свойства. Конечно, нас интересуют именно пробиотические свойства данных микроорганизмов. То есть это бактерии должны не погибать в желудочном соке, не погибать при сушке, то есть в технологическом процессе, имеет антагонистические свойства к условным патогенам и патогенам. В фирме разработан способ распылительной сушки бактерий с получением микрокапсул. Это разработка Андрея Алексеевича. То есть мы ее только используем и стараемся как-то модернизировать. И ряд продуктов уже выпускаются на основе молочнокислых заквасок, я думаю, вы это знаете. И остальные проходят процедуру сертификации. Пробиотические напитки, которые мы разрабатываем, мы делим их на несколько групп. Это традиционные кисломолочные напитки, которые хозяйка может, раскрыв пакетик, всыпать в молоко кипяченое и получить полезный продукт. И такое направление, как ферментированные соки и пюре, очень сильный тренд, такой активно развивается, особенно за рубежом. Вот на данной фотографии у нас сотрудники готовят пюре, которое мы ферментируем молочнокислыми бактериями. Получается очень высокий титр данных бактерий, и затем это пюре высушивается на распылительной сушке, и получается сухой порошок, обогащенный молочнокислыми бактериями в количестве 10 в 11 степени. И также зерновые напитки и кисели. Дело в том, что и фруктовые и овощные соки, и зерновые культуры являются отличной средой для роста молочнокислых бактерий. И это мы используем в своей работе. Зерновые напитки – это, так скажем, древнерусский овсяный кисель, который активно использовался на Руси. Фирма развивает стратегию преобразования фруктовых и овощных фенольных антиоксидантов с антиобетическим эффектом. Также мы улучшаем конструкцию пищевых природных ингредиентов для лечения хронических заболеваний и хотим увеличить доставку пробиотических бактерий людям с
с непереносимостью лактозы и молочного белка. Для этого многие бактерии мы выращиваем именно на безмолочной среде. Были разработаны среды, при которых, исключая молоко, мы получаем такой же высокий титр бактерий в своих продуктах. Одно из направлений – это хлебопекарные микроорганизмы. Мы хотим создать, ну, то есть в планах линейку готовых смесей для хлебопечения. Для этого мы селектируем микроорганизмы молочно-кислые, термофильные, для включения вот в этот продукт. Продукты, хлеб на основе молочно-кислых бактерий, он имеет приятный вкус, улучшается его аромат и обогащается различными витаминами, органическими кислотами. И также данные закваски для хлеба, они предотвращают от заболевания хлеба под названием картофельная болезнь. Также, что касается направления молочно-кислых бактерий, это разработки, связанные с женским здоровьем. Мы выделили 3 штамма молочно-кислых бактерий из влагалища здоровых женщин, их отселектировали, также смотрели антагонистическую активность данных бактерий и продукцию молочной кислоты ими. Штаммы были выращены также на безмолочной среде, и высушенный препарат имеет титр 2 на 10 в 11 степени. Данное сырье будет использоваться для создания мягких вагинальных желатиновых капсул со сложной структурой, где будут полезные и необходимые свойства в самой капсуле, в оболочке и внутреннее содержание. То есть наши бактерии – это будет один из многих ингредиентов, которые будут туда включены. Мы отводим большое внимание хранению промышленных микроорганизмов. То есть наши продукты, они должны не только на момент выпуска иметь высокие титры микроорганизмов, но и под конец срока годности они должны соответствовать нормам. Мы, конечно, хотели, чтобы они, может быть, даже превышали эти нормы. И создавая, то есть выделяя, селектируя штаммы, мы видим, что при хранении бактерий, то есть мы ищем эти продуктивные штаммы, но при хранении происходят спонтанные мутации, и что ведет к потере продуктивных свойств или снижению этих свойств. Поэтому все штаммы, мы их проверяем на хранение, вот видите, на картиночке, так мы их запаиваем в те материалы, в которых они потом будут храниться, и исследуем в течение 1-2 лет на предмет хранения. Какие решения мы предприняли для того, чтобы наши микроорганизмы хорошо хранились? Это, конечно, многокомпонентные среды культивирования именно для молочнокислых, защитные среды для сушки, разработанные в компании. И также пытаемся определить оптимальные условия хранения для микроорганизмов до того, как они будут отправлены за двери компании. Мы понимаем, что все микроорганизмы в лучшем случае будут храниться плюс 25 градусов. И стараемся, чтобы в момент выхода они максимально сохранились для вас. Также есть у нас направление камбуча, это чайный гриб. Я думаю, все когда-то его выращивали у себя дома. Продуцентами данного напитка это дрожжи уксусно-кислые бактерии. Дрожжи едят сахар и переводят сахар в спирт. А уже уксусные бактерии, они едят спирт и образуют органические кислоты и много других полезных веществ, витамины, ферменты. И мы решили
так скажем, давно забытое старое, сделать какой-то инновационный продукт на основе камбучи. И на данный момент разработан концентрированный напиток на основе данных микроорганизмов. На данный момент технология предполагает, что будет около 20 тонн в месяц выращено самого напитка. И на данный момент выпущена экспериментальная партия, вот такие красивые бутылечки, поставлены на хранение, так как мы полгода еще работаем, поэтому через год будет ясно, какой же точно срок годности данного напитка. Напиток разводится 8 раз, и мы надеемся, что он соответствует по вкусу напитку нативному, так скажем, тот, который культивируется около 5 суток у нас на окошках. Также хочу представить направление глубинного культивирования безидеальных грибов в нашей лаборатории. На данный момент разработаны технологии роста таких грибов, как трутовик скошенный, чага, шиитаки, гонодерма лакированная, трутовик разноцветный, трутовик гребенчатый, трутовик коралловидный. Мы из леса взяли образцы грибов, в стерильных условиях вырастили на агаре, вот тут на картинке чашка Петри с грибом. И затем в глубинной культуре данный мицелий заворачивается в пеллеты, вот вы видите, в колбе такие шарики плавают. И затем переносим данные инокуляты в ферментерные системы, где поддерживается полная стерильность, потому что грибы растут от 3 до 5 суток, и если какая-то посторонняя бактерия проскочила, то мы уже на следующее утро получим как бы не то, что мы хотим. Поэтому 100% стерильность. В этом и заключается трудность культивирования долгого грибов. И затем вот в баночке такая картиночка, мы получаем эти пеллеты, гомогенизируем, во второй банке уже более светлые, это гомогенизированный материал, и отправляем на нашу промышленную сушку распылительную. И получаем вот порошки различного цвета. Это уже готовые препараты, которые могут использоваться как сырье для БАДов и различных продуктов. Проводим мы контроль качества, как микроскопирование, так и обычными нашими стандартными микробиологическими методами. Один из грибов, который мы культивируем, это ежовик гребенчатый, который обладает очень большим спектром своей активности, это и антидиабетическое, противоопухолевое, гипотензивное и другие. И одним из свойств это данная культуральная жидкость ингибирует рост хеликобактер пилори в концентрации 70 мг на миллилитр. И в наших планах создание продуктов на основе базидиальных грибов и пробиотических бактерий для, так скажем, поддержит дополнительная терапия к традиционной терапии против хеликобактера пилори. Также развивается направление грибная косметика. Мы как знаем, что виды косметики разделяются на местного действия и нутрицептики. И те вещества, представленные на слайде, которые мы определили, что они точно есть в наших культуральной жидкости, в грибов различного видового состава, это и бета-глюкан, эго-тианеин, керамиды, супероксид смутаза, которая вместе с каталазой активно спасает от свободных радикалов нашей клетки и мембраны митохондрий. Жирные кислоты, используемые активно в косметике, также могут быть синтезированы грибами. Элаговая кислота, коевый дипальмитат, которые обладают отбеливающим эффектом.
Работаем над продуктами на основе пробиотических штаммов Bacillus subtilis. Это и косметические продукты, и моющие средства, и дезинфицирующие средства. Также мы занимаемся переработкой пивных дрожжей, которые могут использоваться затем дальше в наших БАДах, как источник белка, бета-глюкана и минералов. Сложность переработки пивных дрожжей в том, что они содержат хмелевые смолы, которые горчат, и разработана нами методика по обезгорчиванию данной биомассы и получению уже приятного вкуса и полезных свойств. В лаборатории имеется все оборудование, которое нужно именно для получения лабораторных образцов. И на данный момент закупаются ферментерные системы, когда мы можем уже масштабировать наши продукты и получать в достаточном количестве для того, чтобы использовать продуктов. Во многих продуктах это и БАДы, и косметика, и другие. Спасибо за внимание.